Вон она, видите? Друзья мои, у нас сегодня такой, как бы сказать, денёк. Да, Маня? Ой, скажи, какая красота! Да. Вон дерево, как это. Осень, ребят. У нас осень. Окна надо помыть, конечно. Вы правы. Да, Маня? Окна надо помыть. Муси-пуси. Ой. Мы такие чистюли. Ай-ай-ай. Да? Мяу. Да, куси-пуси. Вот так вот. Да. Ай-ай-ай-ай. Да, Маня? Короче, вот так вот. Покупка у нас. Хочу сказать еще. У меня этот, как я, кодиум. Ну, вы поняли, как цветок вот этот кодиум, да? Вот он такой. Тут он засох, короче. Вот. Маня вон на меня смотрит. Кодиум, видите? Листочки. Все-таки он такой красивый. Молоденьких листочков сделал. Вот. Поливал. И он, короче говоря, вот этот цветок. Это у меня так эксперименты провожу, друзья мои. Это у меня эксперименты. Вызовет цветок, да не вызовет. Или чего? Как говорится, да. Выживет цветок или нет? Да, Маня? Как Маня. Так и человек, друзья мои. Чтобы ему бы... Видите, вот эти вот старенькие листочки. Убираю. Маня, как вот это? Да, Маня? Запах герани-то у меня... Мне нравится. Вон они, эти цветочки. Это кодиум, как у меня хорошо. Все-таки выживет, не выживет. А он, оказывается, выживает. Ой, запах такой хороший. Прям балдею от этого запаха. Вот этот мне нужен, конечно, выкинуть, видите? Ну, вот этот вот кусочек еще жив, друзья мои, он живет. А эту можно уже, я в землю не знаю, она в земле будет расти, не? Друзья мои, вот если я вот так вот обрежу, и все, будет она жить, не? Не, друзья, а? Такие вот, видите, это еще хорошие. Ой, ну ладно, друзья мои, вот оно внимание. Да? Короче, ладно, милые. Мы с Маней вам говорим. Ой, тихо, у тебя там кака есть. Надо выкинуть, да, Маня? Сейчас. Ладно, всем вам хорошее настроение. Будем заниматься делами. Да, пока. Вон Маня тоже говорит. Всем пока. Всем пока и хорошей осени. Пока-пока.